За 5 лет курорт изменился до неузнаваемости. Город с тяжелой социальной ситуацией, бюджетом и слабо развитой инфраструктурой был избран олимпийской столицей. Многие поверить не могли, что за такой короткий срок Сочи сможет стать курортом мирового уровня. Но эта цель все-таки была достигнута. Сделано очень много, очень много. Практически сегодня можно говорить о том, что мы получили новый город. Мы можем гордиться тем, что вся наша страна получила такое уникальное, совершенно уникальное образование. И мне думается, что сегодняшний наш совет, он пройдет, наверное, уже в таком, ну, в духе отчета. На предпоследнем в этом году заседании общественного совета вновь звучит информация о том, какие проекты удалось реализовать благодаря проведению первых зимних игр в южной столице. Полностью реконструирована городская инфраструктура, заменены все инженерные сети, построены 2 теплоэлектростанции, благоустроены дворы. Сочи стал первым городом в России, который избавился от мусорных свалок. На курорте построены школы, решаются проблемы с очередями в детские сады. Сочинцы стали активно заниматься спортом и приобщились к культуре. 22 тысячи детей занимаются, детей до 18 лет, с 7 до 18 лет занимаются в спортивных секциях и спортивных школах. 22 тысячи. Мы отремонтировали 9 объектов физкультуры и спорта. Отремонтировали. 2, как я уже сказал, построили новые. 24 объекта культуры. Разные были источники. Могу сказать, что одним из подарков жителей Хостинского района завтра будет это открытие после реконструкции кинотеатра «Луч». До начала главных спортивных состязаний осталось 2,5 месяца, и сейчас каждый день курорта богат событиями. Открываются переходы, улицы, появляются новые и модернизированные дороги и объекты культуры. Тем не менее, усиленная работа по преобразованию курорта продолжается, и часть проектов, которые не удалось реализовать в этом году, обязательно будут завершены в следующем. Окончательные итоги развития Сочи участники общественного совета обсудят на последнем совещании, которое состоится в январе. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.